Тревожный звонок в студию канала «Твой» раздался, как всегда, прямо в выходной. На улице Горького, сразу в двух соседних дворах, якобы спиливают все деревья и строят сквозную дорогу прямо через жилой двор с большим шумом. Кто там, интересно, жаловался? Они ничего, кто жаловался? Не шумели они, ничего. Я не знаю, но нормально, хорошо, на тихо. Они приехали где-то 10:30. И до 6 часов они работали, все нормально было. Ну да. На первый взгляд общая картина показалась удручающей. Однако, обратив внимание на информацию во дворах и поговорив с жителями, мы поменяли мнение. Это да, это как бы я с этим согласна. С чем? Что вот эти ветки мешали. То есть наоборот, это хорошо, что пилили? Да. То есть спиленные ветки – это плановая опиловка для благоустройства двора. Жаль только, что не все ветки вывозят сразу. А внутридворовая дорога совсем не сквозная. И тут же асфальтируются стоянки для автомобилей, о чем жителей предупреждали заранее. У нас здесь старшая по дому, я не знаю фамилию ее. Она все бегала, добивалась. Собрание было, устраивали собрание. Из ЖЭКа приходили здесь вот инженер, все. Поэтому, значит, это еще в прошлом году постановили, что будут реконструировать все. Так радоваться строительным неудобствам жителям позволила губернаторская программа «Дороги Подмосковья». Заказчик района администрация, подрядчик и исполнитель ООО «Титан». Работы предполагаются выполнить за месяц, хотя благодарные жители домов уже высказывают новые пожелания. Я бы добавила качели, плюс сделала бы забор, чтобы дети не выбегали на дорогу. Можно сказать спасибо. Большое спасибо. Я думаю так.